Что там, оператор? И одесситы всего мира, присоединяйтесь. Есть город, который я вижу во сне. Ах, если бы знали, как дорог. У Черного моря явившийся мне цветущий в акациях город. Цветущий в акациях город. У Черного моря. Эх ты, понеслась! Друзья, всем привет из солнечной Одессы, мамы. С вами Одесский Липован. Короче, у нас сейчас все видео почти начинаются вот отсюда. Я куда-то еду и что-то такие везу. Извините за однообразие, но каждый день на день не похож. Ёлки-палки. Это у нас сегодня вторник. Какое число, не помню. Но сегодня у нас в Архимусе стол добра с 3 часов дня. Объемы, ребята, растут колоссальные. Спасибо каждому из вас за вашу помощь. Вот все, что вы нам переводите, мы за это покупаем продукты. Ребята, хочу сказать, что продуктов с каждым разом становится все больше и больше. Спасибо от души. Тем, кому интересно, да, помочь людям. Вот тебе там PayPal-чик. Заходи, сейчас это удобно. Калань и доллар улетел в правильные руки. Ну, оттуда прямиком на базар. Или в магазин, или третье, десятое. Короче, у нас, я за объемы хотел сказать, объемы растут. И за один день мы уже не укладываемся. Вчера мы съездили в Таврию, привезли тяжелую артиллерию. Потратили там 1016 с копейками. Сегодня будем делать там оптовый рынок. Да еду. Короче, утро у нас начинается с аптеки. По-легкому. А я еще, пока мы ехали, там срисовал картошка. Есть красивая такая, мама дорогая. И недорогая. Слышишь? Мама дорогая, недорогая. И, короче, и туда тоже заедем. Что надо? Пульмикорт. Это то, что я помню. 5. Пульмикорт 5? Да, упаковочку. Тебе слышь, не открыли, давай еще? Не снимай, да, вот снимем и потом скажем, купили или не купили. Давай. Ребята, оставайтесь на канале, всем от души, подписывайтесь, комментируйте. Всех любим, ценим, мирного неба над головой каждому из нас, понятно? Эх ты, весь мир, одни сплошные одесситы. Шикардос. Ребята, это у нас мама ребенка, а ребенок с астмой, да? Да. Астматик, бедняжка ты наш. Купили тебе лекарства, все будет хорошо. Еще и вкусняшек тебе отправим, так что... А ну-ка, шухер, разойдись, мы везем лекарства. А, нет, тут тоже доктор, ты понимаешь? Смотри, ну, красный крест. Сейчас все ребята помогают. Ребята, молодцы, короче, держимся, и все будет великолепно. Поехали за картофаном. Сейчас возьмем, да? Ну, будем ехать, у нас там хлеба сейчас сколько? Бам-бам-бам, уже буханок 18. Так ты хлеб переложишь в салон, а возьмешь... Хлеб в салон, сейчас картошку сеток 5-7 кинем, и будем на оптовый ехать, заедем к нам, выгрузимся и поедем дальше. Ого, окей. Окей, давайте. Всем добра, ребята, и вот такого вот красивого мирного неба над головой. Не гудит сегодня, точнее гудело, но не гупает и уже хорошо. Чтоб везде так было. Катюня, слышишь? Да. Не картошка, а красавица, по 14. Какой вам давай? Белороса? Давай белоросу, да, да. Белоросу вон там наверху, это она? Да. Нет, это другая. Давай миксуй туда. Так, опача. Ничего себе, Сережка, ты прям умеешь раскладывать. А я много чего умею. И это тоже. Чего? А, надо, видишь, а ты говоришь, умею, мне говорят, что не умею. Ладно, сколько здесь? 4, давай еще 2 и будет 6, нормально. Можешь поставить, да? Да, поставим. Там же у нас еще есть сетки 3. Сейчас Марат еще привезет с Валерой, так что... Вася должен привезти. Сеток 10 натянем сегодня. О, шедевр. Все, что там? 128 килограмм, 1800 ровно. Оператор, глуши, будем фасовать. Давай деньги. Бабки они. Сережка, 12.20. 12.20, а у нас уже интересно, оживленно. Господа, товарищи. Осторожно, собаки. Да я вижу и собак.
всех вижу. Аккуратненько. Позвольте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ездим вот сегодня. Сейчас первая ходка. Еще, наверное, одну, а то и две сделаем. Так что доброе утро всем. Спасибо. Вам спасибо, что приходите. Аккуратно. Господа, товарищи. Вот это самое главное. Мирного неба над головой. Все остальное переживем. Все будет хорошо. Мадам, аккуратно. Здравствуйте, доброе утро. Здрасте. Здравствуйте. Сереженька. Катюшка, мне уж неудобно. Так, мне аккуратно. Тоже. Здравствуйте. Сереженька. Хорошие мои, благослови вас, Господи. Спасибо, спасибо огромное. Так, вот так вот сейчас есть. Все, Катюшка, давай выгрузимся. Ты там хотела забежать по делам. Оптовый рынок работает, да? Слушай, в эпицентре много машин, метро, походу, тоже, наверное, забито. Так, сразу едем на второй? Да, там же и корм возьмем. Хорошо. А тут он пшеница появилась. Пророщенная? Да какая пророщенная? Ну, сейчас весна, самое время. Так, давайте пшена 3. Овсянки, давайте 2. Макароны есть? Да, зайка есть. Макароны тоже 3 мешочка. Сейчас мои хорошие я запишу. Так, пластивцы маленьких нету коробочек? Есть. Вот, маленьких коробочек нам 2 упаковочки. 7, но я не знаю. Что... Гороховые хлопья. Гороховые и овсяные. А, ну это запаривать. Да нет, нет. Это так, чтобы было вкусно деткам. Печенька, Катюша? Да. Аккуратно ноги, смотри, да ты иди в сторону, елки-палки. Посмотри, как сегодня оптовый бурлит, что 7-й километр, ты понимаешь? А? Даже непонятно чего бы. А потому что хороший день. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, есть мрия у вас? Эх, а мы у вас хотели очень занять. А ничего такого вот сухого, ничего нету? Сыпучая, большое, вкусное. Не, они все это неудобно фасовать, да. Скрошится. Жду машину. Эх. А вот эти вот маленькие такие бублички в какую цену? Вот это? Да. Это же эти соленые. 85-90 килограмм. То тоже неудобно фасовать, они будут ломаться. Это так, с пакета. И ну идем, пошукаем дальше. Так, что, животным надо брать? Угу. Мешков. Много, пошли. Да, 3 кота и 3 собаки. 3 кота и 3 собаки. Порядок? 3 кота и 3 собаки. Да, кот все. Будет 430, вот такой. Это такой же кот? Давайте, давайте, давайте вот таких. 3 кота и 3 собаки. Собаки. Договорились. Собаки, коты. Всего мира объединяйтесь. И вам таки тоже будет вкусно. Что там, нам грузят целую кучу мешков? Ну, кузя, грузят, грузят. А вот тачечку возьми, довезешь и вернешь. Сейчас договоримся. Да. Ну, какой на будет, ваше не усмотрение. Страшно. Сколько? 2490. Это не на мой вкус. Не на ваш вкус? О, вон смотри, есть эти... А, это ну не такие совсем. Что? Для попугаев. Это не для попугаев, это для кроликов. Ага. А у нас попугай. Попугай все съели. Да, ждутся. Мы его морковкой кормим. Захожу. Не расслабляйтесь. Катюшка? Давай, давай, бумажку. Знаете, ты бухгалтер. Где там, говорят, тачка синяя хорошая? Давайте, не тягайте. Взяли 3 собаки? Еще, нет, еще пока только 2 взял. Сейчас я еще вернусь за 2 мешочками. Оп. Ля. Ого. Спасибо огромное. Спасибо. Все. О, это еще не торопливый, это он еще. Сейчас приспособимся. Это он еще совсем медленный. Это да. Я еще не проснулся, да. Извините, у Горелого, я сейчас приеду. Пошукай печенье детям.
Ну пошли у той женщины, которая не могла посчитать, возьмем. Женщина, которая поет? Ну да. Идем. Кстати, еще напишите мне одну коробочку вот того до посту с бубочками. А что Мария? 86. Сказали, 86. Что... Что? А залогию сухую дать? Залогию сухую дать? Я не против. Деньги есть, бери. Так, две капитошки, два колечка. Вот, вот такие бублички я взяла. Молодец. Две, две, две и зоологическая? Две. И я... дети, дети будут счастливы. А также их залоги? Родители? Да. Да. И одну, вот ту, которая с бубочками. Какой? А вот, 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 вот. А, зерновые? Да, да, да. Угу. Это до посту называется? Ну, мне надо до посту. Так, это я дала. Угу. Великолепно. Тушенка нет, пока не надо. Пока не надо. Ты заманку не спрашивала там где-то там? Ну нету нигде. Прям устелил тут постель. А я уже научился. Смотри, что у нас здесь происходит, слышь? А? Не-не, спасибо, спасибо огромное. Мы тут потихонечку сейчас. Слушай, из тяжелого все? Не, что-то еще идет тяжелое. Вот. Да, 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 да. Все. Это еще что там есть? Еще одна ячка. Еще одна ячка. Два копия. Что? Не, а я не знаю, сейчас точно уже не влезет. Ребята, а это для тех, кто как это, не в курсе, что мы делаем, таким и делаем. Как это? Стол добра мы его называем, да? Тарим, тарим, тарим. И сейчас будем ехать в 3 часа раздавать людям. Короче, все, пересохло. Сам все увидишь, мой друг. Спасибо, что смотришь это видео. Давай, от души, с приветами из Одессы. Опа. Вот это да. Чтоб оно я пошла рассчитываться, это... Сереж. Иди рассчитывайся. Катюня. А. Сними для подписчиков из Японии. Сейчас они смотрят и плачут, наверное, что мы делаем с этим Лексусом. Ребята, извините, мы исправимся. Как только этот дурдом закончится, опять будем только карасей возить. Машина сегодня на дыбах. Но я уже реально думал, что не влезет. Я вообще в зеркало ничего не вижу. Так что едем, везем. Нас там уже таки ждут. Фу, жарко. Надо уже что-то как-то тельняшку уже полегче. Или фурик полегче одевать. О, да, в машине, мой. В машине жарко, а на улице не так уже жарко. Как там говорят? Жаркости не ломит. На улице тепло, с носа потекло. Это как раз... весенняя ситуация, ну ничего, все будет нормалек. Завыла сирена, будь она неладна. Что на заправке? Слушай, ну уронился бензин, здорово, и дизель, потому что было туда за 40, аж под 50, и сейчас смотри, 33.40, 33.30, 42, то для богатых. Короче, нормуль. Ну так и ока еще, это не самая дешевая заправка. Пол второго. Катюня, да, уложились мы здоровски. Так что едем так, опять аварийка. Все, это еще ходочка на сегодня. Там нам изюма принесли сегодня, не знаю, килограмм 50 уже расфасовано. Папа с девочками, наши помощники. Так, а людей прибавляется, прибавляется. Эх, вы наши хорошие, давайте еще чуть-чуть и все будет... как всегда. Едем, 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 едем. Едем, подъезжаем. Осторожно, там женщина. Да я вижу, что сейчас, я же не тороплюсь. Тут надо нам лавочки вкопать, слышишь? Кто у нас тут депутат, надо закинуть. Идея, что нам срочно не хватает лавочек. Опа. Не сшибите меня только. Добрый. Давай. Завыла. Здравствуйте, Сереж.
да? Еще одну. Не, я уже давай в другой раз, потому что тут сейчас тут все мешки. Так, здесь все. А я не знаю, что там. Да, открывай аккуратненько, там тоже коробки. Все, доставай, сейчас еще. Бесперебойные поставки. Это, короче, собакам и кошкам. Доставай, там что-то. Есть, да. Все, там все уже, да. Это сюда, вот еще здесь мешок и все, да? Идем фасовать, да, все, понеслась. Что, ты уже научился здесь ниточки вытягивать? Может, не прям. Сережка, не, а тут есть такая система. Я так наносился, что у меня руки дрожат, Катюша, я не могу. Дергаешь одну ниточку и, короче, ну это надо научиться просто. С другой, да? С этой, ну-ка, да. Я с двух сторон режу постоянно. Все. Я когда на макаронной фабрике работал, точно так же мешки зашивал, но я уже забыл этот лайфхак, с какой стороны надо тянуть, чтобы он раскрылся. Да ладно, да, я его сейчас вскрою, так сейчас будет. Все работают, кто что. И там я тоже работал. Да? Слышишь, мы в неделю по КамАЗу полному отправляли. Зарплаты макаронами получал. Блин, я только в келье серый, я помню, сосед привозит, говорит, будем рис фасовать. Говорит, поможет, пацаны? Я говорю, да. Ёшки, поможет. Сейчас, давай, короче, по старинке ножиком сейчас. Не пошло, да? Вскрыли, не получилось. Ага. В другой раз. Так, что у нас здесь? Макарошки. Макарошки, перо, да? Есть такое дело. Так, ну я что? Катюня, смотри, сколько у нас сегодня адресов? 7, по-моему. 7 адресов, и сколько 4 из них заберут, самостоятельно придут, да? Ну, да. Что у нас есть, я хотел показать, что хорошо. Смотри, сколько изюма, слышишь? Изюм. И вот еще изюм. Так, ты что, у нас этого изюма, как на гуталиновой фабрике. Так, это чей-то готов, да? Что здесь? Мед, овощной набор, фасолька, сахар, мука, изюм вижу, картошки, хлебушек, еще набор, сметанка есть. Тут и молоко. Ребята, короче, что имеем, то и фасуем, понимаете? Там еще Маратик должен с Валерой приехать, там и яйца, короче, будут. И будет. А? Как тебе? Я уже все показала, пока ты тут болтал. Еще и песня есть такая. В шумном городе Одесса, там не тарарам. Короче, все у нас здесь происходит тарам. Ребята, он макароны есть бесплатные, можно фасовать. Командир. А что нет? О, все, держи, пригодится. Всем спасибо. Огромное. Снимаю шляпу. Все кульки и вот эта вот штука? Да. Ребята, это, короче, приехало такси. Куда? А вот это на не такси, Одессу. Это такая же девочка, да, которая заявила желание помочь. Такси. Ай, шикарная красавица. Если бы я тебя не знала, я бы с ней развозил. Ну, такие операторы. Поедь, давай, съезди, поразвози. Бери давай коробки. Понеслась. Так, коробки. Вот только две здесь надо. Все, все с адресами? Да, пошли, я пройду с тобой. А я вторую не возьму? Тихо. Может, не стоит? А ну помоги, да, ты мне просто накинь, а я, чтобы два раза не ходить. Как-то так. Удобно? Да, шикардос. Только двери открывай. Слышь, я как барин хожу. Тут какой-то не очень ровный барин. Жопу отклячил, а потому что перевес. Что, отдал ношу, да? Эх ты, Сережка. Да я же там говорил, поясница. А мне ребята-подписчики молодцы. Рецепт подсказали. Редьку трешь, короче, сюда чуть выше этого места приклеиваешь. Пошли, редька. И соли разгоняет. Привет, салют, доброе утро. Хотел сказать, но уже обед. Здравствуйте. Это вот наш человек. Это оператор, а это навигатор. Знает все места. Да, так что вот делаем добрые дела. Наконец-то увидела. Катюню? Да. Чтоб ты была здорова. Куда это? Да, ну вот. Сюда? Да. Все, адреса есть? Да. Лекарства ты не забыла? Там главное не перепутать пакеты, вот как они подписаны, там есть где-то... А это бабушки купили уже? Не купили еще. Ну, я это взяла на следующий день. Ничего. Да, ну супер. Не, у нас еще эта штука вторник, еще будет четверг и будет суббота, так что да. Все будет великолепно.
Сейчас ждем еще для... Давай. Еще для чуть-чуть. Для питомцев сейчас. А, таки будет. Ребята. А я там еще скину. Они нашли дешевле и лучше. Фотку. Лучше и дешевле? Да. Ты нам скидывай, мы... Да, я Василию скину, чтобы вас не загружать. Все. Да, они говорят, гораздо Ройчел есть такой. Он есть на оптовом, он дешевле. И он лучше сам по себе, да? Да. Но они знают, да, заводчики знают. Ну вот так вот, с миру по нитке, ребята, короче, да. Будем знать все теперь, все цены. Такой себе справочник цен по Одессе. По Одессе, да, Одессу дешевле. Ой. Давайте кулечки. Сереж, я тебя снимаю вообще. Делимся. Снимай, моя хорошая, как я соскучился за этой фразой. Только когда я жарил карасей, елки-палки. А сейчас фасуем макароны. Ну, дело делаем благородное. Ребята, еще раз всем огромное спасибо за вот этот вот всемирный хипиш. Подключился, я даже не знаю. Ну, все, кроме Занзибара, а? Ничего, и там такие есть наши люди. Друзья. Короче, что говорить? Вы и так сами все видели. Всем огромное спасибо. Просто спасибо. Огромное человеческое спасибо. Давайте, для вас, с огромной командой, для вот такой вот интересной... Там засвечено солнцем, поэтому людей. Можешь не оглядываться. Короче, люди есть, все делаем нормально. Всем пока-пока, давай, чао.